Приветствую вас. Предлагаю вам посмотреть обзор для City Car Driving. Это BMW i8. Это полноприводный купе со скоростью максимальной 250 км в час и разгоном до сотки 4,4 секунды. С модом никаких экстр не шло. Установка полностью ручная. Что касается описание и превьюшки. Превьюшка есть, описание полностью пустое. То есть я смотрел его технические характеристики в поисковике. Давайте посмотрим, как выглядит она внешне. В принципе, окраска прикольная. Я оставил белый цвет, но цвета можно менять. Но вот именно с белым цветом видно вот эти отчетливо черные вставки, черные и эти голубую окантовку тоже хорошо видно, что дает ей изюминку. Итак, переключаем виды с пассажирской, пассажир спереди и водительская. Еще раз. Отлично. Давайте заведем двигатель, послушаем звук. Быстренько завелась. Вот так вот все выглядит. Такая электронная приборочка у нас, и там какой-то футуристический GPS-ик показывает. Давайте осмотрим салон, что у нас тут с тенями. Вот так вот ложатся тени. Обшивка сидений вроде бы неплохая. Так. Ну а дальше слишком темно. Вот так вот у нас выглядит ручка КПП. Интересненько. Так. Очень гудящий двигатель, вот так прям надоедает. Давайте выключим двигатель и еще раз послушаем, как он включается. Угу. Теперь с поворотничками мы видим, что индикация есть, звуки стандартные. По сигналам резкий такой сигнал, но он стандартный, тут ничего нового. Итак, давайте проверим, как она ведет себя в дождь. Так, включили дождь, rain. Отлично, у нас дождь ложится на стекла, тут вообще без вопросов. Включаем дворники. Дворники видны. Я ж уже испугался, что ни в одном моде не будет дворников. В последних модах, которые я обозревал, они не работали справно. Здесь все хорошо. Выключаем дождь. Все, clear погода. Выключаем стеклоочистители, и нам нужен теперь ночь, чтобы посмотреть, как машинка выглядит ночью. Достаточно темненько все это, при том, что у нас хорошо так светло. Включаем освещение. Видим, что в салоне абсолютно ничего не меняется при включении освещения. Приборка и так достаточно светлая. Переключаем вид, чтобы посмотреть на наши фары. Итак, фары. Фары достаточно яркие, тут вопросов нету. При включении дальнего света мы видим, что у нас какая-то получается какой-то засвет на капоте появляется. Не знаю, некрасиво смотрится, тем более это несимметрично. Видим этот засвет. Это при включении дальнего света. Что у нас касается поворотников, поворотники дублируются на зеркала, и их хорошо видно. Сзади тоже есть полосочка поворотника, тут все без вопросов. Переключаемся в салон. Так, и нам нужно включить день. Все, включили день. Давайте пристегнемся, точнее, отключим стояночный. Так, переходим на первое, потестируем подвесочку. Вроде бы все прошло гладко. Не так, как на внедорожниках. Достаточно шумный двигатель здесь. Сильно шумный двигатель, я бы сказал бы. Так. Сейчас попробуем погазовать. Выйдем напрямую. Так. Достаточно быстро автомобиль набрал.
поставлю на стояночный. Лучше всего выключу двигатель. Достаточно быстро набирает скорость на наш автомобиль. Ну да, 4,4 до сотки. Я думаю, что где-то так и есть. Мы быстро до сотни допулили. Что касается внешнего вида, ну, тут никаких претензий как бы сильных нету, все вроде бы хорошо, нормальная обивка, нормальные цвета. Хотелось бы, конечно, свои звуки, ну это такое. Зеркало тоже все видно. Отсутствие экстер, это, конечно, хотелось бы тут видеть побольше экстер, ну хотя бы какие-то экстры начального уровня видеть в автомобиле. Внешний вид автомобиля зачетный, я думаю, любому понравится. Она просто, ну, шоколадная такая, красивый автомобиль этот i8 сам по себе, даже без никаких экстр тех же, он выглядит просто замечательно. Что еще хотелось бы, ну, чтобы сделали в этом моде, чтобы добавили элементарное описание, чтобы она не была такая вот пустая. А так автомобиль достаточно неплохой, погонять, я думаю, самое то. Всем спасибо за просмотр моего обзора, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!